Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов общался с молодежью. Участники онлайн-форума «Машук-2020» презентовали свои проекты и получали наставления руководителя региона. Полезны советы Рашида Темрезова в репортаже Руслана Джукаева. Мы в этом году чуть в ином формате с вами встречаемся, к сожалению, но я абсолютно уверен, что вы поддержите тот ритм, который с первого года был задан участниками форума «Машук» из Карачаево-Черкесии, то есть вами, вашими предшественниками. Уверен, что вы станете победителями, и мы обязательно с вами встретимся только уже вот так воочию. По традиции, среди представленных проектов было много идей, направленных на популяризацию туристических и культурных ресурсов Карачаево-Черкесии, а также значительную долю занимали проекты, связанные с добровольчеством и медициной. В формате видеоконференции глава республики пообщался с участниками, которые рассказали ему о своих проектах. Цель проекта – это создание образовательной площадки для будущих студентов-медиков, будущих абитуриентов медицинских вузов и студентов-медиков Карачаево-Черкесской республики, которая решит, эта площадка решит две проблемы. Первая проблема – это проблема неосознанного выбора поступления в медицинский вуз. А вторая проблема – это низкий уровень подготовки к поступлению в медицинские учреждения образовательные. В ходе общения Рашид Бориспиевич выслушал участников и дал свои рекомендации по дальнейшему развитию их идей и обещал оказать административную поддержку по их реализации. Мы же за последнее время создали в наших образовательных учреждениях там полицейский класс, класс спасателей там, или еще что-то. А здесь, когда студенты будут приходить и там рассказывать детям, это одна сторона, хорошо. Но здесь я еще думаю, что хорошая идея, мы могли бы туда приглашать еще и действующих врачей, которые будут рассказывать о всех сложностях, перипетиях, о ночных дежурствах. Также сегодня стало известно, что по итогам первой смены форума «Машук» молодежь Карачаево-Черкесии вошла в тройку лидеров по числу грантообладателей среди регионов СКФО. Руслан Джукаев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.